качество на 5 звезд. На 5 звезд, да? Все стильно, современно. Территория здесь небольшая, но тут гольф-поле есть. Это огромный бассейн. Классно, что все новенькое, стильное такое, да? Ребята, за границей! Это мы! Заграничники! Мы приехали в отель! Отель, е! Сначала хотели пойти в океан, но сейчас решили в скрытый бассейн пойти. Сейчас да. Мы будем обмениваться подарками. Давайте сначала, подождите, во-первых, заселимся. Да. А когда будем отель, рум-тур по отелю делать? Завтра? А можно... Давайте завтра. Давай. Завтра. А завтра. Можно... Сегодня уже отдыхать, мы да. Уставшие. Ну, в бассейн сходим. Челлендж мы выдержали. Да. 12 часов в эконом-классе выдержали. Ну, вот, 10. Поэтому... Да, 10,5 часов в эконом-классе мы выдержали челлендж, поэтому сейчас уже едем отдыхать, заселяемся, а завтра покажем рум-тур по отелю. А, ну комнаты сейчас, наверное, покажем наши, да, а сам отель да. Завтра покажем. Кстати, вот такие тачки классные мы сняли. У нас получается вот такая Kia, крутая тачка. Очень Kia. Крутая, быстро гоняет. Да, быстро гоняет Kia. Sportage. И Сузуки семиместная, кстати. И ну, у нас сюда поместилось 9 человек село и 9 чемоданов вместе с коляской. Мы поместились все. Вот две машины. Одна пятиместная, но с большим багажником Kia Sportage. И другая, получается, Сузуки Эртига. Почему-то больших машин нету. В Маврике нету совсем больших машин, привычных нам. Ну что, мулечка, пойдем заселяться? Да. Как тебе Маврики? Сумме, что отлично. Можешь сказать? Мне очень круто, как Таиланд, да, мама? Вот как приехали, как будто да. В Таиланд попали. Как в деревню. Как деревню, да, вот как Таиланд, родная такая, да, добрая, теплая, такая очень такая, теплая. Погода. Только без запаха, да, да, да. Заграничники! Качество на 5 звезд. На 5 звезд, да? Ну, очень пришли мы, да? Нас сразу тут хоп, посадили вот за столик. Говорят, все, отдыхайте. Сейчас быстро вам сделаем чек-ин и пойдете уже отдыхать. А да. Пока просто вот напитки предлагают здесь, все что угодно. В общем, конечно, это 5 звезд. Очень необычно, что в деревне, Маврикий, такие есть, ну, цивильные, Маврикий классные отели. Остров. Прямо шикарные вообще. Так, Амиечка, расскажи, дочь, как ты доехала? Хорошо? Пуги приготовим. Ей уже вот, да, приготовили. Готовили, что такое меню? Говорит, да что это такое? Это что такое вы даете это здесь? Айскрим. Нет, не айскрим, Машунь, это корица. Это палочки корицы с какой-то этой. Это типа запах. Очень вкусный запах, да? А, нет, нет, Сонечка, дай Миечке. Она сейчас посмотрит, да, немножко. Здесь так, ну что, девочки, забрались мы на наш третий этаж. Это студия. И сейчас это номер студия. 325 у нас, да, комната. Давайте смотреть. Это... Заходим. Вау! Это что у нас? Все стильно, большие современно. Шкафы, сейвы, полотенце. Вау. Ну супер вообще. Круто. Не, мне, кстати, нравится очень. Вот кофемашина есть, чайник есть, микроволновка. Там то есть, в принципе, даже. Плитка есть, можно кушать, готовить. Нам подарочек сделали такой. Какие-то конфетки здесь. Мармеладные. Прикольно? То есть здесь получается номер студия. Это, кстати, соседи наши вот дальше там живут. Да нет, там мы открыли, там, короче, стена. Стена просто? Да ладно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Реально стена, просто стена. Но по идее, я думаю, здесь должно быть разделение между соседями. Скорее всего, там соседи должны были жить. Здесь большая кровать, Маюш. Тук. И спим, да? А уж Сонечка, да? Веселились здесь? Так, ну что, Сонь, показывай, что тут крутое. Вау! И смотрите, здесь живая музыка у нас будет сегодня под окном. Классно, конечно, видите, играют. Да, нам будут живую музыку играть. Так, ладно. Я хочу тот номер посмотреть. Давайте тот номер смотреть. Этот, получается... Этот будет наш! Этот номер студия. А, здесь еще большая... Ого! Смотри, Маюш. Смотри, как большая тут эта душевая кабина. Прикольно, все стильное. Но, кстати, это очень новый отель. У нее еще очень мало отзывов, но я скажу, он реально очень классный. Стиралка. Вау, стиралка, полноценная стиральная машина. Нифига себе. А это бойлер. Круто вообще. Вот это я понимаю уровень. Ну что, пойдемте дальше смотреть. Следующую комнату. Так, а где у нас вторая, ключи от второй комнаты? Кто мне даст? Вторая наша комната, 324. Так, сразу заходишь, да, открываем. Это почти такая же, там да, там 325, а это 324. Еще раз, да, подноси, ниже. Ага, о, открывай. Давай, заходим. Вау, а тут уже, кто тут спит? Тут моя Машенька. Сонь, а там у нас карточка уже стоит. Ну что,
Здесь большой зал, такой прямо порядочный зал с телеком огромным, с плазой. Здесь уже такая явно побольше кухня. Явно кухня такая не маленькая тут. Наверное, даже с этой, с посудомоечной машинкой. Тоже, кстати, подарки нам сделали. Здесь подарки сделали. Здесь полноценная спальня. Большая спальня. О, кондиционер уже работает. И, кстати, здесь можно выйти на улицу и посмотреть, что у нас там. А здесь выход на другую сторону. Дочура, открывай дверь. Давай пойдем посмотрим. Маечка нас ведет в комнату. Нифига себе, здесь большая. О, прям огромная. Смотрите, какая красота. Это Маврикий. Это Африка. А здесь что у нас? А, здесь уборная, да? Лагерь, как называется? Лагерь-рум. А здесь... Еще одна спальня. Та-дам! Круто! И здесь есть личная гардеробная. И здесь еще личная гардеробная есть? Ну, вообще уровень. Очень классно. И здесь, кстати, выход еще на этот, на зал есть. Все. И здесь еще полноценная большая ванная комната. Я думаю, супер вообще. Мы все показали. Девочки, хай-файв, дочь. Хай-файв. Соня, хай-файв. Вот так, Соня, хай-файв. Все, девочки, теперь мы отдыхаем. Завтра, да, завтра с свежими силами идем показывать рум-тур. Миечка, иди, заходи, заходи, тихо. Вы здесь, заходите. Вот, в общем, $950 США стоили две нам эти комнаты. Две больших этих квартиры. Однокомнатная и двушка на двое суток. Заграничники! Утро, погода супер, солнышко. Пришли на завтрак. Так, довольно свободненько, правда, конец, может, уже все покушали. Так. О, фруктики есть, всего. Ананасовый и апельсиновый. Горький, ну попробуй. А вчера не пробовала? Вкусно? О, делают тостеры, выпечка. И что-то еще здесь готовое. Так, это фасолька есть с помидорчиками и... картошечка есть, например. Вот такой завтрак. Что мы сейчас хотим показать? Хотим рум-тур сделать по отелю? Да. Да, классно. Все, начнем. Классный отель, да, на Маврикии, прямо в 200 метрах от моря. На самом деле, очень прикольное место, это, по идее, гольф-отель. То есть здесь можно было бы в гольф поехать вот на этой машинке, видите? Да, вот на этой машинке можно было поехать в гольф. Такая маленькая, садитесь. Все, девочки поехали на машинке кататься в гольф играть. Я здесь. А Маечка здесь, вон, все, мама за рулем, все, в гольф-машинке. Вот так выглядит круто. Все, да, Майя здесь, все, поехали они. Но сначала мы должны показать... рум-тур по отелю, да? А потом поедем в гольф играть. Такая температура, блин, наверное. Я уже весь вспотел, пока мы это дело дошли на улицу. Видели, какие красивые цветочки здесь прямо растут? Да, около отеля. И рыбка такая большая. Рыбка. А сколько сейчас ультрафиолетовый индекс? Вот интересно посмотреть, Маюш. Мне кажется, не маленький. Ну что, пойдем смотреть отель? Наверху очень красивые лампы, да, вообще классные. И рыбки такие красивые плыли. Да, это, кстати, ресепшн. Здесь регистрация, да, идет. Вот там мини-бар. Так, сначала как на улицу пойдем посмотрим. А это типа мини... А, здесь можно кофе попить. Костюмы уже национальные. Национальные костюмы. Мы вышли куда? На улицу вышли. Машунь, мы вышли на улицу. Так красиво, птички поют. Смотрите, какая необычная птичка, Маюш. Смотри, оранжевая, красивая птичка. Видишь, поет как? Мы в Африке, представляете, девочки? Мы добрались до Африки, причем это отсюда... Ну вот с южной точки Маврикия говорят, что можно увидеть Антарктиду. А что такое Антарктида? Антарктида, дочур, ну там где это... Все замерзло, целый континент. Здесь можно посидеть, порелаксировать, да? А, коконат. Мы сегодня пойдем фреш-коконат пить? Да. Я так хочу фреш-коконат. Mm-hmm. Машунь, ты будешь фреш-коконат? Да, я буду. И Майя будет. Нам уже много не находиться, потому что очень жарко. Очень жарко, да? Ну, солнышко, мне кажется, мощное. Вот, смотрите, какие красивые цветочки. А у нас завтра с мамой пробежка. Сколько? Час 50, дочур. Мы добежим до другого края Маврики и обратно прибежим, представляешь? Ну, прикольно, да? В общем, выглядит классно все. Территория здесь небольшая, но тут гольф-поле есть. Можно доехать вроде до гольф-поля на вот этой машинке туда. Карточку, да, взяли. А можем мы сейчас пройти здесь? Маюш, ты знаешь, куда это ведет? Вон, мам, надо, да, на карточку, давайте карточку. Сейчас мама сделает чик-чик карточкой и попробуем пройти. Так, мы бассейн можем быть. О, давайте. Есть, заработало. Сауну можем. Давайте, держим, заходим. Девочки, показывайте. Вау, да, действительно, пул, бар.
Спа Ле Гран Байе. Там будет отель? А, это номера, да, здесь еще на первом этаже номера? Нам туда. Мы покажем вам сейчас. Давай, что покажем, Маюша? Спортзал, бассейн. Спортзал и бассейн. Машенька играет My and Mary игру. Новую, обновленную. Обновленную. My and Mary. Да. На геймплей, да. Теперь ты поиграй. Ага. И Майя собирает пазл. Вот, смотрите, здесь мы пришли. Так, подожди, но это же ресторан. Маюш, это же ресторан, да? Здесь мы сегодня завтракали, да? Но мы не завтракали, правда, мы спали. Мы отсыпались после вчерашнего переезда. Ага, нажимай давай. Ну-ка. Нет, дочь. А, вот, да, действительно, открылось. Все нормально, Майя уже знает все. Открыла нам. Ну, кстати, мы с мамой вчера ходили в этот ресторан, и нам понравился очень салат, необычный. Они сделали веганского очень мало, но салат очень понравился, да? Изысканный был. Изысканный салатик такой, красивый очень. В стиле Мишлена его сделали. Zen Garden. Ты можешь поймать Zen. Zen Garden справа. Пойдемте посмотрим? Zen Garden. Представляешь, Маюш, можно здесь сидеть и медитировать. Или сначала пойдем посмотрим бассейн. Да, давайте бассейн. Вот здесь мы как раз с мамочкой сидели. Здесь, правда, дождик небольшой был, но красиво было все равно. Очень приятно, очень цивильно. Вон, крутят педали друзья наши. Сонечка и тетя Аня, моя сестра. Здесь бассейн. Бассейн? Ну, красиво выглядит. Давайте водичку потрогаем. Пул-бар. Ну-ка. Ну что, Маюш? Теплая? Мама, потрогай. Да, действительно, можно занырнуть. Ну что, занырнем? Я прямо так могу. Ну что, разбегаться? Кавабанга! Ну, у меня, правда, камера не для этих целей. Там можно заказать себе кокосик. Где? Там кокосик есть? Там. Пойдем кокосик закажем. Ну что, Сонечка, а мы это рум-тур снимаем. Я 24 минуты на беговой дорожке, 25 минут. Молодец. Попробуйте вот этого лимонного сока. Какой, лимонад? Вот. Ну, давай попробуем. Мама, наливай. Он здесь есть? Раздают бесплатно лимонный сок. Это с имбирем? Давай я с имбирем. Оздоровиться надо. Ну, Сонечка, наливай. Хватит, хватит, хватит. Давай, а то описьюсь. Так много не выпью. Супер. Ну, с имбирем прям вообще классный. А Машенька уже вон, смотрите, она уже сейчас занырнет. Рыбка, далеко не ныряй, хорошо? Хорошая водичка, Машунь. Будем купаться? Ну что, пойдем смотреть этот спортзал. Ой, я могу ему показать. Там есть крытый бассейн. Пойдем. Крытый еще бассейн, да, здесь? Ёлки-палки. Ну, в этом отеле еще есть и крытый бассейн. Кстати, вот здесь стоянка, да, удобно. Поставил машинку и пошел сразу купаться. Ну что, пойдем смотреть, что здесь за спортзал такой крутой. Здесь открыто. Так. Здесь вообще карта нужна, но здесь открыто. А, здесь открыто, да? Ого, ну здесь не маленький на самом деле. Вау. Круто выглядит, смотрите. Ого, здесь три больших тренажера. Четыре даже. Ну, четыре таких, получается, это крутить педали, пока не дали. Вот. Соответственно. И пробежка. 25 минут Соня бегала. Ну, выглядит очень прикольно. Все цивильненько, красиво. А? Удобно, что зеркало есть, да. Но это кто уже подкачался, такой раз встает, такой, вот так, вот так. И вот так, да, это, кстати, этот, а, да, балерина, типа, можно, да, станок. Машунь, пойдем дальше смотреть, что еще есть. Вот здесь можно вещи оставить, сложить. Все очень красиво, стильно. Сушилка для рук. Так, давайте идем, Бася. А вот здесь это портальчики, нельзя. Ого, это как обойти, а? У нас препятствие, как же его пройти? И я перепрыгиваю, весь промок, супер вообще, смотрите, это огромный бассейн, крытый бассейн, то есть здесь дождь не страшен, правильно я понимаю? Ну, в общем, супер, конечно, красиво все. Хамам еще есть, в общем, супер. Да, кстати, показывают, что метр 25 здесь глубина. Осторожно, не ныряй, потому что можно головой бухнуться. Ныряли, да, все равно? Это хамам, это баня. Вау, хамам это влажная баня, да? А это уже это парилка. Ну прикольно очень. Очень классно, все стильно, современно. Вы в хамам? Да, мы в хамам. Все, бабушка пошла в хамам. Пока. Пойдем Машунь дальше снимать. Показывай еще дальше, что здесь есть еще? Ботанический сад. Да, кстати, очень красиво, смотрите, ботанический сад. Так, здесь никого нету. Да, массажный кабинет. Может быть спросим, можно здесь массаж сделать? Ой, конечно, классно было бы. Так массажа не хватает, давно так не делали. Как в Таиланде, вообще, ну, говорят, супер как просто. В Турции, там. Как в Турции? Ну, как в Таиланде, как в Турции. Не, я хотел бы как в Таиланде. Я хотел бы лучше массаж.
Да, в Таиланде лучший массаж. Прикольно, салон красоты. Ну, прикольно все выглядит, друзья мои. Ну, мамочка, сегодня идем массаж, да? Там на два. Еще один массаж в кабинете. Тут одна, да, комната? Одна, здесь? Одна и в конце две. А, одна, одна, и там еще и две. Что? Водой бьют? А, антицеллюлитный массаж. Водой сверху. А сейчас мы приходим в дзен-сад. То есть, смотрите, здесь еще массажный салон. Ну, здесь вообще здесь можно не переставая делать массаж. Во, пусть. А вот это как раз массаж ног. Не, ну надо, конечно, оценить вообще сегодня. Мы массаж очень любим. Вот сейчас массаж ног, сейчас массаж. Давай. Справа и слева. Сейчас. Пойдем, да? Кайфанем. Кстати, мы сидели на попе ровно 10 часов. 10 часов челлендж. Это ну, мы больше. Выполнили челлендж этот. Да, мы молодцы. Да, видите, а это садик дзен. Здесь можно заниматься дзеном. Машенька уже пошла дзеном заниматься. Она нюхает все цветочки. Это дзен, да. Кайфовать этой природой. Прекрасным этим климатом. Маврикийским. Маврикийским. Ну, красиво, конечно. Здесь такие цветочки приятные. В общем, все так классно. Мне прямо этот отель очень нравится. А здесь, наверное, парковка. Да, здесь можно приехать сюда, паркануть тачку. В общем, классно. Новый современный отель. В центре Маврикия. Вот, Маечка, видишь, йогой занимается. Иуи. Вот так, да. Во. Молодцы. Йогисты. Вот так. Йогисты занимаются йогой. Заграничники! Вот мы уже дошли на второй этаж. На втором этаже что у нас есть, девочки, здесь? Ну, вон там это будет ботанический сад, кресло, еще номера дальше. Ага. И номера тоже. И там тоже номера, да? Ну, пойдемте ботанический сад быстро посмотрим. А мы на каком этаже живем? Да мы на третьем. На самом высоком. У нас самый красивый вид, да, открывается из номера. Классно, что все новенькое, стильное такое, да? Ну, они пободранные. Что пободрано? Ну, бывает же старые отели, там все. Да, да, вот я и говорю, что старые отели, они ободранные, а этот... Этот новенький, красивый. Отсюда самый красивый вид, да? Да. На красивые люстра и рыбок. А это, получается, это наш... Студия, это наш номер... Да, на станке можно заниматься. Балкон, да? Да, балкон. Нас пустит? Балкон, открывайся, нет. Интересно, как он открывается? Все, вижу. Нет, Сонечка, видишь? Эть, не получается, ну ладно. Нет, здесь какая-то закрывашка. Какая-то закрывашка тут. Не, Маюша, а это, видишь, окна регулирует. Таки первый раз вижу, смотрите, какая дверь, и смотрите, сколько ручек, и это все регулирует окна. Гуляя по отелю и показывая его, мы совсем забыли о том, что как вообще называется наш отель, сказать его название. И отель наш называется вот так. Domaine de Grand Bayer. Да, тут интересно. Бали, да? А это Бае. Гранд Бае, это мы, получается, город, вот в котором мы находимся, это Гранд Бае. Да, а вот Domaine de Grand Bayer, получается, ну, название отеля в нашем этом городе. Смотрите, девочки, я смотрите, что нашел. Здесь проходят разные еще упражнения. Например, сегодня, видите, в 9:30 стрейчинг был, в 10 часов марч, Goodlands, что-то интересное очень. А еще вот. Тут движуха какая-то, да, 18:20, happy hour, счастливый день. В общем, прикольно, вот здесь можно посмотреть, какие мероприятия проходят здесь. Машунь, что ты нам еще покажешь, дочур? Что здесь еще интересно есть? Тут есть игровая комната для деток? Нет. Как нету? А мы найдем. Есть. А смотрите, как красиво здесь еще. Цветочки, да? Как необычно. Ну, такой релакс прямо. Вот это место очень красивое, конечно. Вообще, за счет того, что видно много дождей идет, да? Угу. Здесь максимально... Да, за счет того, что здесь много дождей, здесь очень красиво. Что очень много всего растет, выращивается много зелени, много красивой цветов. И поэтому становится здесь, конечно, восхитительно красиво. Еще все так цивильно, в отличие от Таиланда, да? Ну, хотя в Таиланде тоже были такие отели хорошие, да? Да, что жарко-жарко. Вот, это, кстати, какая-то игровая комната, видите? Здесь можно поиграть, смотрите, здесь можно поиграть в карты, в нарды, да, в покер можно поиграть. Можно поиграть в шашки, нарды. В общем, тоже огромная комната игровая. Здесь даже, видите, телевизор есть. Вон, монополия. Машунь, будем в монополию играть? Можно вечерком собраться, да, и все вместе зарубиться. А ты во что хочешь, Машунь, поиграть? В шашки? Да.
Ну сейчас давай до конца досмотрим отель и пойдем с шашки с тобой играть. О, кстати, смотрите, это комната для просмотра телевизора. Здесь кинотеатр. Огромный экран, наверное, 80 дюймов, мне кажется, где-то. Все, можно подключиться и смотреть. Приставка какая-то. О, PS4. Поиграть можно и посмотреть. Ну что, игруньки, в шашки играем, да? Машунь. Ну давай. Детская? Нет, детской не было. Вот единственный, наверное, минус, что только не было детской. Все остальное здесь было, все остальное, все супер, вообще классно, очень понравилось. В общем, отель зашел, да? Лайк однозначно. Мы сегодня еще будем здесь ночевать, а дальше поедем уже, ну, пора бы уже нам и море увидеть, да? Океан, Индийский океан. И потрясающий пляж. Ну, кстати, завтра на пробежку мы идем. И я думаю, что мы его увидим завтра на пробежке. Час 50, мы все пробежим тут. Мы добежим, выступаемся и бежим. Да, да, кстати, супер идея. Так, ну что, ставим лайки. Лайки, подписываемся. Пока-пока.